Ребятки, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и, в общем, как я и говорил, да, перезагрузил комп, и появились у меня кадрики там. Итак, у нас есть вот схватка редких с усилениями, ну что, давайте зайдем, в принципе, давно мы не сражались с редкими, да, и тут в редких у нас довольно-таки неплохие существа есть, только редкие две штуки, но с усилениями, да? Так... Можно диплозухами сходить. Ну, хотя эти ребята такие довольно крепкие. Давайте два диплозуха. Ну, моды усиления брать сильные не будем. Здесь будем брать... Куда ты делся? Будем брать того, чего много. Да ну, пусть будет так. Так, ну он даже поживучий, чем мы. О, ну у нас сила удара неплохая. Косарик. Два удара и хана, это хорошо. Ему нужно минимум три. Так, рискую, вот не знаю, хватит ли ему двух ударов. Это 1200 плюс бонус. Вот теперь все у нас отлично. Теперь пусть что хочет, то и делает. Наш крокодильчик круче. Так, решил протачить на все 4. Правда, не за... Сколько у него там было? Да, вроде бы ничего не должно остаться было. Еее! Два, ладно, три поставлю в придачу. И два сохраним себе. У нас такая битва амфибии получается, да? Посмотрим, что у нас там будет дальше по битвам. Так, ну вот все, ему хана. А он без усиления идет, то есть. Это типа избиение младенца получается. Противник наш без усилений. Так, ну условия все тоже остается. Так, можно взять травоядного и тут можно взять либо хищника, либо топиалозавра такого же взять. Я вот, может, когда-нибудь увижу, как работает это усиление. Ну, я знаю, как она уже работает, да, но она работает по-идиотски, может, что-то поменялось. Даже если атака вашего существа заблокирована, она наносит 40% урона. Ну, вот был тут этот глюк, что если... Она, если хотя бы один твой удар прошел, то как бы остальное не считается. Не знаю, как он сейчас, конечно, работает, но это не прикольно. То есть неважно, прошел мой удар, не прошел, как бы я считаю, что за остальные удары тоже должен проходить бонус. Так, ну давайте сейчас его лупанем. Раз, два, раз, два. Ну вот три чистых должно пролетать, и должен еще сквозь щит тоже 40% проходить. Даже вот, вот так вот я считаю. Так, у него целых 7 на 4, на 5. Так, ну и уничтожение пернатых. Тапи я лазал. Капец тебе. Бронебойный чужой. Очень похож на чужого танка, который был в игре «Чужие против хищника 2». Очень старая игра. Очень она мне нравилась. Я много раз ее проходил.
Трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, давайте возьмем диплозоха. Вот так давайте возьмем и пойдем себе. Так, что у нас есть из мусорных? Вот такой вот есть. Давайте так пойдем. Ха-ха-ха-ха. Вообще мы будем тут мега здоровые. Сколько? Суммарно плюс 30, да? Или плюс 45. По 15, по-моему, дает. Там мы тут вообще неубиваемые. Плюс 15, да. Давайте попробуем сыграть в атаку. Так, минус один. У него три, ну может и пробьет. Да, хватает. Раз он проатаковал, значит, чего странно. Я не ожидал. Ну, я хочу сыграть так. Один удар, один труп. А ну сколько? Может выживет? Или не выживет? Не, не выжил. Ха-ха. 2500 пробили. Так, ну и следующего нундагазавра нужно пробивать. Супер удар сделаем. Бойся нас, бойся, карнораптор. И супер удар. Ау, 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 ау. Скайрим победил. Так, ну, вроде как на этом все, ребятки. Всем пока.